В Михайловске продолжается строительство новых образовательных учреждений. На улице Ярославской сейчас возводят детский сад на 160 мест, а новая школа на улице Грибоедова сможет принять 1000 учеников. Губернатор Владимир Владимиров проинспектировал объекты во время рабочей поездки. Он отметил, что благодаря строительству новых учреждений в Михайловске уже удалось снизить напряженность с нехваткой мест для учеников и дошкольников. Есть национальные проекты, которые позволяют нам развивать наши города. Национальный проект нашего президента Владимира Владимировича Путина. И мы в них участвуем в полном объеме. В этом году будем 13 детских садов сдавать, 4 школы должны в этом году сдать. В крае будут мониторить цены на овощи. Займется этим профильный региональный комитет по пищевой промышленности. Поручение ведомству дал губернатор Владимир Владимиров во время совещания в правительстве. Как прозвучало, на прилавках сейчас летнее снижение цен на сезонные овощи. Но стоимость борщевого набора не должна расти и в будущем. Нам нужно понимать, что у нас будет с урожаем 2023 года. И закладка уже сегодня начинается. Поэтому, пожалуйста, я попрошу обязательно Министерство сельского хозяйства доложить по ситуации. В поселке Балтийском на базе 7-й школы создадут новую точку роста. Сейчас ремонтируют помещение. Там меняют полы, выполняют отделочные работы и обновляют инженерные коммуникации, сообщили в региональном министерстве образования. После этого в образовательный центр закупят современное оборудование. Все это благодаря нацпроекту образования. В Невинномысске отремонтировали участок дороги на улице Московской. Там обновили асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах, обустроили бордюры, установили знаки и нанесли разметку. Сейчас объект отвечает всем нормативным требованиям, сообщили в региональном Миндоре. Работы проходили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В хуторе Всадники реконструируют фельдшерско-акушерский пункт. Здание давно нуждалось в обновлении, сообщили в региональном Минздраве. В медучреждении меняют коммуникации, кровлю, облицовочное покрытие, окна и дверь. Ремонт проводит благодаря краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. Сдать объект в эксплуатацию планируют в конце лета.